Дорогие абитуриенты, приглашаем вас на филологический факультет Государственного академического университета гуманитарных наук. Наш университет уникален тем, что входит в топ-50 вузов по версии Forbes. В университете уникальный, высококвалифицированный преподавательский состав. В университете работают академики и члены-корреспонденты Российской академии наук, доктора и кандидаты наук, ведущие, уникальные специалисты, определяющие облик современной российской науки. Университет готовит не только высококлассных специалистов, но и людей с широкой эрудицией и высокой культурой. Наш университет сотрудничает с десятками зарубежных университетов и научно-исследовательских центров. Уникальность университета заключается также в том, что он открывает студентам академический мир с первых дней учебы и включает их в самые перспективные и интересные проекты и мероприятия. Филологический факультет нашего университета открыт относительно недавно. И в этом году мы открываем уникальную образовательную программу бакалавриата «Фундаментальные и прикладные лингвистические исследования. Английский язык». Кому может быть интересна эта программа и на кого она ориентирована? Прежде всего, мы ждем целеустремленных студентов, интересующихся языками студентов, тех, кто очень скоро вольется в самые современные, самые интересные, самые актуальные и перспективные лингвистические исследования. Современная лингвистика существенно отличается от тех языковедческих исследований, которые проводились ранее. Работы поисковых машин, программы автозамены в современных смартфонах, программы антиспама, голосовые команды, машинное обучение, разработки в области искусственного интеллекта и в том числе создание чат-ботов – все это было бы невозможно без современных лингвистических исследований. Уникальность нашей программы также заключается в том, что основой профессорско-преподавательского состава станут ведущие ученые нашей страны, в том числе работающие в Институте языкознания Российской академии наук, а также в Институте мировой литературы имени Горького Российской академии наук. Партнером нашего факультета также является Институт русского языка имени Виноградова Российской академии наук. Авторские курсы, которые читают ведущие ученые, междисциплинарный практикоориентированный подход к содержанию обучения, практическая подготовка на базе институтов Академии наук, малочисленные языковые группы при обучении первому и второму европейскому языку, включенность студентов с самых первых дней в интереснейшие проекты, научные проекты. Вот все то, что характеризует нашу программу. Изучаемые предметы объединены в модули. Например, в модуле «Теоретические и прикладные исследования в лингвистике» вы будете изучать такие дисциплины, как методы лингвистических исследований, информационные технологии в лингвистике, основы психолингвистики. А, например, модуль «Межкультурная коммуникация» предполагает знакомство с такими предметами, как теория межкультурной коммуникации, конфликтология, сравнительная культурология, лингвокультурология и история и теория медиакультуры. В каких сферах вы будете востребованы? Наши выпускники станут исследователями, сотрудниками научно-исследовательских институтов, референтами-переводчиками, пресс-секретарями, сотрудниками культурных центров и международных управлений, специалистами в области маркетинговой коммуникации, а также сотрудниками IT-компаний. Программы профессиональной переподготовки, встроенные в образовательный процесс, помогут получить квалификации преподаватель английского языка и переводчик в сфере профессиональной коммуникации. Говорят, от сессии до сессии живут студенты весело. Но это вовсе не означает, что студентам не придется много интенсивно заниматься. Но тем не менее, наших студентов ожидает интересная, насыщенная и веселая студенческая жизнь. Каждый сможет найти для себя что-то интересное. Дорогие абитуриенты, ждем вас в стенах нашего факультета
на нашей образовательной программе.